В этом земном измерении есть определенные планы человеческие, но самый главный план наш, в этой, как верующего человека в земном нашем бытии, это погружение в Господа, это иное измерение, это божественное измерение Духа Святаго. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Дышу Тобой, живу Тобой! Господь, Ты мой покров живой, стал Ты моей новой судьбой, живу Тобой, дышу Тобой. Аминь. Ну все, друзья, с Богом тогда. Благословляю всех вас.